Здравствуйте. Мари, добрый день. Мы уже отрепетировали поддержку. И размялись, и растянулись. Вы, конечно, молодцы, но это сегодня вам не пригодится, так как сейчас экзамен по истории танца. Какой еще экзамен? На танцах что, надо писать? История танцев, история танцев. А я не готовилась. Да, потому что нужно не только танцевать, а и знать, что ты танцуешь. И знать, как называется каждое движение. Поэтому прошу за стол. Так, надеюсь, я все решу. Время пошло. Желаю вам удачи. Урок окончен, но я вижу, сдали не все. Что за поведение на занятии? Одна спит на уроке, второй ноги на парту закинул. Вам явно не хватает дисциплины. Вы сами напросились. Что сейчас будет? Что сейчас будет? Извини, я просто всю ночь пересматривала прошлые части Человека-паука. Папандос. Саша, я надеюсь, ты выспалась, и теперь у тебя хватит сил отодрать все жвачки из-под парты, конечно же, написать тест до завтра. А ты, Ник, я вижу, заскучал, поэтому тебе задание поставить танец до завтра. Оценю и идею, и мастерство. Всем удачи! Танец за день – это Unreal. Блин, а как же премьера Человека-паука? Билеты уже куплены на сегодня. Соня, у меня такие новости! Виталик пригласил меня на свидание, представь! Ага. Да. Мы с ним переписывались всю неделю. Кстати, который час? У тебя что, телефона нет? У себя посмотри. Или ты не видишь, что я занята? Я же говорю, переписывали с ним всю неделю. Из-за этого забила на учебу, и мама забрала у меня телефон. Ну, короче, который час? Я тебя такого не ожидала. 13:00. Фух, еще есть время. Что ты вообще там смотришь вечно? У меня сейчас живот взорвется. Я смотрю пранки. Вот эти самые смешные. Да. Девчонки, здравствуйте. Школа закрывается, вам еще не пора домой? Ой, да, мы же идем. Ага, да, да. Поторопитесь. Так, все, еще один пранк и по домам. Слушай. Слушай, а если мы сами устроим пранк и заснимем это все на камеру? Прикинь, сколько просмотров это все насобирает. Ну, если быстро, то окей, а то мне на свидание надо. Да помню я про твое свидание. А кого мы будем пранковать? Кажется, есть идея. И в этот раз это будут даже не танцовщицы. У меня есть жертва получше. Блин, я уже делала это движение. С чего она взяла, что я смогу сделать этот танец? Фух, все, тест есть. Да, осталось только жвачки отклеить. Бабушка говорила, что на голодный желудок дела не делаются. Надо подкрепиться. Так, что у нас тут? О, картофан. Если ты еще раз на тренировку придешь с жвачкой, я тебе ее на лоб приклею. Блин, моя картоха! Мы это решали полчаса!
Вообще-то все видно. Слушай, план такой. Мы подложим шоколадку на стул тренеру Мари. И остается только все это снимать на камеру. А у меня как раз шоколадка с собой. Неудивительно. Ладно, пока ее нет, пошли быстрее в кабинет. Мы, походу, тут первые из школьников. Прикинь, как нам повезло. Ладно, давай быстрее, потому что она сейчас вернется. Как же здесь жарко. Но это даже хорошо. Сейчас она придет, шоколадка-то растает, и у нее будет такое шоколадное пятно. Да. Все, короче, давай прячемся. Алло? Как вода? Какой потоп? Соседи? Я бегу, да. Я бегу. Который час? Ты что, уснула? Это ты уснула! А где тренер? Мое свидание! Да какое свидание? Пранк не удался! Виталик, надеюсь, он меня дождется. Блин, как можно было профукать такой прикольный пранк? Не открывается. Слабачка, давай я. Нас заперли в школе! Ник, я тебе этого не прощу. Завтра же расскажу Мари, что ты испортил мой тест. Да ничего, до завтра высохнет. Походу, там что-то происходит. Бегом туда! Девочки, вы что, решили нас разыграть? Уже не смешно. Это не шутки. Нас действительно заперли в школе. О, прикол. Ой, все, ребят, давайте наберем Мари, и она нас откроет. Устроили тут панику. Эй, умники, у Шани мама вообще забрала телефон, а мой разрядился. Правда забрала и правда разрядился. А я вчера телефон свой в ремонт сдала. Я вообще его забыл. Ладно, я вас всех спасу. Тренер Мари. На вашем счете недостаточно средств для завершения вызова. Ой, ребята, а у меня денег на счету нету. Единственный телефон и без денег. А что нам делать? Не знаю, что вы будете делать, но я буду кушать. Потому что когда у меня стресс, так хочется кушать. Вот, и мне картоху испортили. Я с вами. А мне страшно и скучно. Я с вами. Саш, у меня созрел план. Идем. В школе всегда есть запасной ключ, и нам надо его найти. Да тут его точно не будет. Его надо искать у администраторского стола. Логично, пойдем. Боже, такая голодная, готова съесть даже мамонта. Но мы же в столовой, здесь явно что-то есть. Поищите в микроволновке. У меня бабушка дома всегда там что-то прячет вкусненькое. О, нормально так. Да уж. О, сухарик. Я сухарем точно не наемся. Нам нужно искать еду. Вечно я всех спасаю. Знаю, где есть еда. А чего ты раньше тогда молчал? Давай скорее, я очень сильно хочу кушать. У нас на танцах Мари конфискованные вещи забирает. Сейчас я принесу этот ящик. Какой же он гениальный. Вот это мужчина. С ним не пропадешь. Не, ну, если он еду принесет, то я тоже буду рада. Марго, я нашла ключ. Да, это ключ от входной двери. Наконец-то мы выберемся. Какой ключ? Там даже нету отверстия для него.
Чик-чирикайте кукушкой, молодежь. А откуда тогда этот ключ? Да какая уже разница? Наверное, от тумбочки. Чистый тест? Так ты можешь его сейчас переписать и сдать завтра Марии. Что бы вы без меня делали? Ты наш спаситель! Мой. Нутелла. Что? Ты ж такое не ешь! Ты ж на диете! При таких обстоятельствах могу себе позволить. И варнища. А мне нравится вот это как... Обстоятельства. Короче, чтобы нас почаще в школе закрывали. Алло, ты что делаешь? Обожаю Нутеллу. Ты это, чуть запачкалась? Где? Да совсем шушуть. Иди просто умойся. Вообще-то это она потом оставила, ну ладно. Пойду. Идея. Сегодня день пранков, и мы все заперты в школе. Но я не могу этим не воспользоваться. Что, все съели? А, чем теперь займемся? Да, нам здесь как минимум целую ночь торчать. Может, сыграем во что-то? Я видел, у вас тут на столах много. Ну, можем попробовать. Давай что-то поищем. Блин, я так волнуюсь, нам уже несколько часов двери не открывают, что нам делать? Наверняка родители уже волнуются. И так обидно, что мы в кино не попали. Это был мой любимый Человек-паук. Это вообще не смешно, нам надо выбираться. Так, в экстренных ситуациях у меня всегда мозг думает быстрее. Эй, ты чё? Эй, Кучерявый, я же прикалывалась, это же пранк. Шани, это же моя судьба. А если он умер? Да я тебя прошу. Мой Ник. Ребята, ребята, мы нашли выход! Через окно вылезем, потому что на первом этаже оно открыто! Мы спасены! Меня забыли! Вот челлендж, так мы делаем. Просмотр и запись камера. Мы в теме только для тех, кто нас смотрит. Вот челлендж, так мы делаем. Просмотр и запись.